первый министр. Этим все сказано. Именно. Оправдан рост цен на энергоносители. Заявление премьера. Что ж, мы вне мировых падений цен. Молдова отдельно. От всего. Ссылка на европейские цены похожа на издевательство. Или на полный отказ от жизни. Именно. Везде протрындели о снижении цен на природный газ для Молдовы до 210 долларов. Но затем успокоили. Понижение цены на газ нас с вами не коснется. 6660 лей. Навскидку 333 евро. А в долларах как было, так и осталось. Успокоили, так успокоили. Осталось одно, и только одно. Саван и в их долгий и дальний путь. В рай. За терпение. Терпение. Именно.